Мистер Вилли! Мистер Вилли! Я сейчас буду говорить быстрее! Его нет! Кого нет? Его! Как нет? Вот, пусто! Пусто! Вы его куда-то перетащили? Нет! Вы потеряли труп! Нет! Я только с вами зашел, запрета прихожу, его нет! Тогда кто его перетащил? Он не мог далеко уйти. Он где-то здесь. Так, с вами туда? Я здесь посмотрю. Он не может быть. Тут его нет. Здесь тоже нет. Здесь его тоже нет. И под столом его нет. Что, ну точно. Ведь кто-то же положил его обратно на окно, а ведь проще было позвонить в полицию. Значит, что? Шантаж. 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 Вот почему я маму не слушался. Джош! Если вы сейчас же не принесете, я сам сделаю вся полиция! Как только разберусь с этим трупом. Уводите меня в коляску! Колечки не было трупа. Какие есть? Зуб не выбираешь, как родители. Так, теперь переходим к плану А. Я даже не знаю, как кто-то догадался. А у нас уже нет выбора. Есть! Какой? План Б. Кто за план Б? Я сейчас с вами. Звоним в полицию и говорим, что когда вы и я сюда пришли, вот это было уже здесь. Вы с ума сошли, Джордж! Да? Это совершенно недопустимо! Хочу нравится. Кстати, вам не кажется, что этого трупа чего-то не хватает? Чего? Давайте посмотрим так. Ну, ботинки на месте, брюки, пиджак, чего на месте? Цилиндр. Цилиндр. Нет, цилиндр. Цилиндр. Я не знаю. А, вот он! Вот он, Джордж! Вот вам еще один привет от шантажиста! Он с нами играет! Точно, он с нами играет! Да, теперь нам придется ждать записки с требованиями от него. Вы так думаете? Да. Вот можно же без этого. Шантажист, пожалуйста. А вот и он, Джордж! Что я говорил? Да не ухо на эти дела. Что делать? Что делать? Что делать? Входите! Ладно, записка не сидит. От кого? От меня. Дайте мне почитать, я не вижу. Я не вижу. Инвалидная, стоит коляска. 10 секунд. Это что такое? Что это такое, черт возьми? Я смотрю, ваш клуб брату стало еще хуже. Я отрубился. Я хотел сказать, это отрубился. Нет, я вот потом пять отправил с вами. Да раз его остановишь, то брат любит танцевать. А я прошу прощения, а почему он один мой сын не
А он собирается на свадьбу. Так а он уже другим был уже на свадьбу. А теперь он собирается на свадьбу к другому брату. А у вас еще один брат, который сегодня женится? Да. Альберт, Альберт и Джордж близнецы, они друг без друга не могут, куда один, туда и второй. Фред с ними третий близнец, они трехяйцевые близнецы, а он тоже завтра будет жениться. Не позвал ли на свадьбу? Жениться лучше поздно, чем рано. Мистер Рейн, этого мерзавца, и моей жены нигде нет. Я уверен, они где-то здесь от меня прячутся. Что делать? Я думаю, вам нужно пойти домой и лечь спать. А утром, когда проснетесь, то и займётесь этим делом. Ну уж нет. Я сегодня с этим делом разберусь. И начну с этого мерзавца Питена. А это кто такой? А это доктор Ньютон. Доктор Ньютон? Да. А парень в коляске? Брат? Чей брат? Мой? Мой брат Гарри. У него тяжелая форма шизофрении. Доктор Ньютон находится при нем не отлучка. Бедный Гарри, полная потеря рассудка. Мистер Уилли, то вот, когда сам находишься по уши, с головы до ног, как-то не думаешь, что у кого-то тоже могут быть проблемы. Простите, мистер Уилли, простите. Рой, да. Возвращайтесь домой. Ваша жена осталась вам верна. Уж поверьте мне, когда придете, скажите ей, я доверяю ему Ричарду Уилли. Спасибо, Ричарду. Ну что, Рой, дайте я вас обниму. Ой, да не надо, не надо. Дайте я вас обсцелую. Рой! Ничего. Я занят! А я пришла вам напомнить, что вы по-прежнему торопитесь в палату в общем. Возникли некоторые проблемы. Да я уж вижу. Развели тут притон для прелюбодеяний. Притон? Прелюбодеяний? Ну как же, мистер Пиден и миссис Пиден. Фу, прямо у нее под носом. Между прочим, я сейчас сказала мистеру Пидену, чтобы он отчитался передо мной за этот погром в номере. Где вы его видели? Да только что около лифта. Спокойно, у вас скотина! Скотина! Вы не понимаете, что вы наделали? А еще я сказала мистеру Пиддену, чтобы он немедленно убирался из моей гостиницы и прихватил с собой свою супругу. Джордж, вы что, не понимаете, что ведь если нас сыщик жив,
Он все может узнать про меня и миссис Уорзингтон. А, кстати, вы там в коридоре не встретили мистера Уорзингтона? Встретил, мне показалось несколько взволнованным. Меня? Нет, про вас он знает, что вы доктор Ньютон. Короче, вы должны найти сыщика раньше, чем успеть переговорить с мистером Уорзингтона. Ай, дьявол! Что опять? Ну я же сам сказал Роди, что Гарри это... Сыщик твой размер шизофреник. Ну хоть какой-то разнообразен. Алкоголик. Замечательный груз. В общем так. Если вдруг сыщик слагается раньше, чем я вернусь, не выпускайте его отсюда ни под каким предлогом. Это легко сказать. А если вдруг заявится Ронни, то находи вас на случай. Маленькая, это замечательно. Если маленькая, это к моему секретарю, пожалуйста. О, у меня дом мальчик детей. Что такое? Я с таким трудом раздобыл эту коляску. Ну, спасибо вам. А ваш брат бросил ее. Она такая, ну, больше не нужна. Тогда я оставлю себе. Да забирайте. Ну, будете держать ее на воду, я думаю, как я может пройти. Слушай, конечно. Она с вами вообще скукота. Смертная. Я, конечно, спасибо. Да, могу раньше вот это. Сейчас все расстроим. А, смотрите, тормозов у него нет. Тормозов у него нет. Тех осмотр надо вовремя проходить. Господи, ну кто там еще? Ричард там. А почему вы здесь? Я вот прямо сюда пришел. А я думала, вы с Ричардом в палате общей. Да. Или вы дома с вашей мамой? Я там. А мистер Ричард остался работать в палате общей. Работы очень много. Он просил вот заехать за бумагами, забыл здесь. А вы, я думал, вы за городом, а вы здесь. А я была там, но решила приехать и сделать Ричарду маленький сюрприз. Я думаю, сюрприз-то будет как раз не маленький. Миссис Уилли, а вы, значит, побудете здесь, встретитесь с мистером Уилли, а потом опять заново жить? Нет, я останусь здесь до утра. До утра? Конечно. Вот ужас-то. На эту ночь были совсем другие планы. Миссис Вилли, а заседание-то в парламенте, оно же ведь до самого утра. Может, разница? Ну, я знаю, да. Тёща, а как вообще ситуация? Ой, ты не спрашивай. Какая ситуация? Как дела у правительства? Ах, правительство, да, там все нормально. А, что-то может случиться, это же наше правительство. Там всегда все нормально. Смело замечательно, да? Я могу поехать в палату общин и послушать Ричарда с галереей для посетителей. Ну, вот хорошая мысль, миссис Ли. Но я сейчас переоденусь, налью себе бокал вина и буду слушать Ричарда по телевизору прямо здесь. Ой, нет, 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 миссис Уилли, только не здесь. Почему? Это лучше делать в номере напротив. Да, он уютнее, и телевизор там больше. Да, это мой номер. Это мой номер. Да, мне его мистер Уилли подарил. Давайте. Ну что, вы себе позволяете? Давайте. Что? Ну как, вы и я, и вы наедине. Вдвоем. А у нас уже, может быть,
больше никогда и не будет такой возможности. Какой возможности? Передаться страсти. Чему передаться? Страсти. Я вам скажу, вы мне очень давно нравитесь. Мне кажется, я вам симпатичен. Так что ж время-то терять? Приедите свои желания. Ой. Господи, Джордж, да кто же противец? Пойдемте, пойдемте. Нет, через балкон. Через балкон, да, так романтичнее. Боже, боже, погодите, чтобы вас не знаете. Это безумие, что? Безумие какое-то, господи, это какое-то... Этот чертов священник сквозь землю. Джордж! Джордж! Мистер Уилл! Увидите! Ты сможешь здесь? Я заблудилась! Заблудилась? Я пошла вниз, как вы сказали, по пожарной лестнице. И вышла не на том этаже. О, Господи! Я встретила Ронни! Ронни? Ронни! Он вас видел? Нет, я убежала! А где покойник? Последний раз его видели в лифте. Спускался без тебя. В лифте спускался без тебя? Жень, понимаете, а наш покойник, оказывается, вовсе не покойник. Но если он встретится с вашим мужем, то покойными будем все мы. Да, поэтому, дорогая, возвращайтесь в парламент. Быстренько в парламент. А, Виктор Викторович? Не знаю, надеюсь, время зря теряет. И больше смотрите, не заблудитесь. Я постараюсь найти сыщика раньше, чем он встретится с Ронни. Могу я нам чем-нибудь помочь? Да, честно сказать, не знаю. Такое дело. Это, наверное, глупо звучит. Похоже, у меня память уж. Друг мой! Проходите, вы устали с дороги, присядьте, отдохните потерю памяти. Как это ужасно! Я даже не помню, как меня зовут. Кошмар! И как я оказался здесь? Какой ужас! И голова дико болит. Друг мой, вам нельзя в таком состоянии блуждать одному по гостинице. Ведь можно столкнуться черт знает с кем. Давайте приляжем. Приляжем. Так, ножки вот сюда, пожалуйста. Я вас сейчас укрою пледиком, вы отдохнете. Расслабьтесь. Вы так любезны. Всегда рад помочь. Такое странное чувство. Что как будто я здесь уже. А мы с вами случаем не встречались, нет? Нет-нет, исключу вас. Сейчас придет мой друг, коллега. Он доктор, он вам непременно поможет. Доктор, это хорошо. Это мне повезло. Безусловно. Доктор! Я сейчас беда. Она приехала, она здесь, она
в своем... Доктор Ньютон сначала о главном. Как доктор Ньютон? Доктор, я надеюсь, вы сможете помочь этому бедняге. Доктор, вам непременно поможет, он очень крупный психиатр. Мама говорила, они существуют. Папа, я говорю, могу тебя убавить. Я даже не помню, как меня зовут. Он даже не помнит, как он здесь оказался. А вот комната, кажется мне, знакома. И окно тоже. Доктор, я думаю, пациента стоит немедленно уложить в постель. Хорошая мысль. Ваша мужа. Но здесь все время люди. А между прочим, тоже все время уже люди. Что-то я вас не совсем понимаю, доктор Ньютон. Я вам сто раз все пытался объяснить, что... Я вам потом все объясню, когда я этого уложу. Строгий постельный режим. Мистер Уильям, что мне удалось убрать, а этого мерзавца я вообще нигде не могу найти. А вроде, а знаете что? Вернитесь-ка еще раз в номер 50. Он мог туда опять идти. Ой, его там нет. Есть! Нет. Он там. Я его в бассейне. В бассейне? Да, я даже с ним немножко поплавал. Плавал? Хорошо. Сейчас он у меня поплавал. Погодите! Вы меня случаем не помните? Отчего же помню? Вы шизофреник. Я не брат мистера Уильяма. Я Гарри, ваш брат. Видишь ли? Я чокнутый. Как тебе сказать-то? Я шизофреник. Вы, Гарри, ты не совсем здоров. Понимаешь, Гарри, ты долго болел. И память у тебя то исчезает, то возвращается. То исчезает, то возвращается. У вас же это как-то называется, да, доктор? Да, я бы сказал, как это у нас называется. Да. Ты так обо мне заботишься. Ну так для этого и существуют старшие братья, да. Гарри. Да. Да, бедный ребенок. А ты точно уверен, что я Гарри? А то мне все время кажется, что я Джим. Да. Это болезнь, Гарри. Скажи спасибо, что тебе не кажется, что ты Мэри. Да. Мэри, это хорошо или плохо? Ну, Мэри, это неплохо, но Гарри намного лучше. Послушай, говорит, что такое горе. Все больше Гарри и Гарри, все меньше горе. Джордж! Джордж! Давайте.
сказать в свое оправдание. Ваша бедная матушка, она волновалась до смерти. А я вам полностью доверяла, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Как вы могли жениться, никому ничего не сказав? Какое? Когда ваша матушка в таком состоянии? Я обещал ей, что не вернусь, пока не получу от вас объяснений. Знаете, сестра Фоста, идите домой, скажите матушке, что я сам. Я все объясню, когда сюда, когда отсюда туда приду. Идите, матушка заждалась. Вот, нуж? Нет! Как? Вот! Я намерена получить объяснение немедленно. Ой, я, кажется, ошиблась зрением. Это и есть ваша молодая жена? Нет, сестра Фостер, это старая жена мистера Уинни. Супруга помощника премьер-министра? Да, супруга помощника премьер-министра. Ну, она как оказала. Что ж, какой поцелуй. И вам это послышалось? И мне послышалось. Сколько у вас здесь женщин? Сестра Фостер, я за счет узбился. Вы стремились со своими друзьями, с компанией. Идите домой, идите, мамочка. Мамочка моя заждалась вас. Вообще, наверное, потеряла спину. Я? Отсюда? Без вас? Не уйду. Вот. Ну, хорошо. Тогда идемте в мой номер. Зачем? Чтобы предаться страсти. Почему предаться? Страсти. Раздевайтесь, а я сейчас тоже разденусь
и приду к вам, чтобы сразить вас своей наготовой. Хорошо, Гриц. Жорж, ты напрасно прожил все эти годы, а? Миссис Вилли, миссис Вилли. Вам домой надо, миссис Вилли. Домой, срочно домой. Жорж. Вот так хорошо, да, и спи спокойно, не потревожит. Джордж! Джордж! Это лучший вариант. У нас проблемы. Опять. Гарольд, маленькая просьба. У вас есть снотворные? Ну, уборочных должно быть. Да, принесите сюда и побыстрее. Зачем вам снотворные? А для вашего братца Фред. Да вы что? Да. Зачем? Ваш свищик стал слишком много вспоминать. Надо? Да. Так, господи. А, мистер Вилли, да, пока не забыл. Мне вам надо кое-что сказать про миссис Вилли. Помыла? Да. Сядьте. Мистер Вилли. Миссис Вилли, она в шкафу. Помыла в шкафу, так. Пеньюаре. Помыла в пеньюаре, дальше. В шкафу. Помыла в пеньюаре в шкафу, ну. Ну вот. Что делать? Помыла в пеньюаре в шкафу. Ждет. Чего? Когда я разденусь, приду. Зачем? Зачем это? Чтобы предаться страсти. Чему предаться? Страсти, мистер Пинкер, страсти. Алло, сестра Фостер? Дайте мне поговорить. Что у вас тряслось на этот раз? Так вот, передайте маме мистера Пиктона, что ее дитя вернется домой еще до полуночи. Нет? А где вы? Что делает сестра Фостер в 50-м номере? Ждет. Ждет. Чего? Когда я разденусь и приду. Зачем? Чтобы предаться страсти. Сестра Фостер, надеюсь, эта ваша услуга утверждена Министерством здравоохранения. Так значит, шампанское и устрицы предназначались для сестры Фостер. Нет. Миссис Уилли, я вам уже давно пытался все рассказать. Жорж! Угу. Что, миссис Вилли, она готовила вам сюрприз? Он не удался. Я вам посоветую отправить ее домой, чтобы она ни с Ромами, ни за таксиром не встретила. Ходите, а вот вы
Я с вами. Я с вами потом разберусь. А я чего? Да вы расплатитесь. Ой. О, я не знаю. Забывай, сердце. Вы можете идти, ваши услуги нам больше не понадобятся. Я бы вот на вашем месте не зарекался. Мистер Уильям! Что стряслось? Там уже не дебаты, только звуки лучше. Говорите долго, что случилось? Это ничего. А потом один из наших встает и говорит, жалко, что премьер-министр не взял своего верного пёсика, а то его защищать-то некого. Пёсика? Там про вас нет, врач. А премьер-министр-то смотрит, а вас и правду нет. Он даже пнул ногой под столом министра обороны. Закройте рот. Мистер Уильям, мне надо бежать, если кто-то из наших узнает, что я вас предупредила, ты меня просто с работы за шею выгонишь. Жень, вы объявляете вместе с вами. Подождите, подождите, не сурзы, пусть уходят, а вас еще надо разобраться с тем, что в шкафу. Слушай, только туда я обратно. Ну, ватые оскорбления в адрес оппозиции назад. Через 10 минут. Да, а вы возьмите сапорное и дайте его брать. Хорошо. Надеюсь, когда вернемся, вы еще будете здесь? Да. Мистер Милли! Там внизу. Рони! Рони? Рони! Так, через балкон. Рони, а вот за мной за то. О, сейчас он здесь самый злой! Вылезай! Вот он дома внизу. Вы должны быть искать бассейн. Я его уже нашел. Где мистер Уилли? Только что вышел. Я его не заметил. А он вышел через окно, и обычно все ходит через окно. Молодой человек, вообще-то мне нужен некий мистер Пигден. Мистер Пигден только что был здесь. А молодой женщины с ним не было? Да как же, молодая жена, как и сегодня утром поженились. Молодая жена? Да. Поженились? Поженились. А знаете, что самое смешное? Они все складанули, как только услышали про какого дороги. Еще бы. Найду, убью. А если я кого-то из них встречу, что передать, кто приходил? Передайте, что приходил Рони. Хорошо. Рони? Да что с вами, Люда? Она мёртвая.
Я вас прошу, дядя. Я все вспомнил. Вы же сказали, что он уйдет. Дядя, пастерку. Он болеет. Я пошла завтра. Он болеет. Пастерку. Я все вспомнил. Вы Ронни Орзель. Я черт побери знаю, кто такой. А еще есть миссис Орзель. Пастерку. Что? А я Джек Бейкер. Господи, пастерку тебе пора. Пастерку. Стоять! Пойди сюда. А! Так это мой детектив. Да вы что? Джек Бейкер. Господи, ты вы что? Которого, что ты сказал про мою жену? А, где моя жена? Где моя жена? Ему постельку надо простить. Ну, нормально. Окно. А что вы делать-то будете? Отправлюсь домой к Виктору. Застукаю их обоих. И убью. Ой, Господи. Ронни, да. У вас есть 5 минут. 5 минут. О. Мне кое-что вам надо сказать. Извольте. Так, слушайте сюда. Так. Пойдите, к черту, Бог. Куда вас? А жену мою отправили? В шкафу. Разбирайтесь сами. Помыла, уходи. Ричард, ты какой? Здравствуй! Так, одевайся и живо домой. А это кто? А это Фред, брат Джорджа. А что он здесь делает? Навязался, как свинья, на свадьбе у Джорджа. Ну, Джордж, ну вы и фрукт. И кто же ваша жена? Прелестное существо, дорогая. Ее зовут Айви. И где же ваша жена? Не знаю. Не знаю. Он не знает точно где. Дьявол. Эта мерзавка снова от меня улизнула. А это Ронни. Где моя жена? Доктор Ньютон, пора ли его посмотреть? Да, таблеточки скоро закончат свое действие. Да. Просто интересно, куда прячется от меня моя жёнушка? А кто он такой-то, Фомин? Он женат на кузине Айве. А почему он Джорджа называет доктор Ньютон? А в самом деле, Джордж, почему у вас так называется? Потому что я и есть доктор Ньютон. А еще я племянник Коперника. А еще я сестра Марии Солодовской Кюри. Гарика, Фред, брат Альберт, брат сводный Акуленчика. Просто интересно, ну как охладеться этот мерзавка, как сквозь землю провалилась, мистер Уилли, что делать? Мистер Уилли,
что? Ну, ладно. Как вы сказали? Я сказала, что мистер Пикден дал вам обед. Мистер Пикден? Да. Так этот мерзавец Пикден, это ты? Этот мерзавец? Так это ты хотел впендюрить моей Джейн! Технический термин, дорогая, что сказали? Гагарна! Все делал для того, чтобы затащить мою женушку в постель! Я делал все, чтобы никто там не оказался! Ронни, успокойтесь, Ронни! И даже такой мерзавец, как Виктор, не стал бы звонить в Гришку с кузиной собственной жены. Конечно. Ведь ваша жена Джейн и жена мистера Пикка Айви высылают, не так? Айви? Айви, Айви. Айви, Айви. Джордж, объясните. Извольте. Ну, у вас есть жена, да? Допустим. У жены есть макет. Допустим. Ну, то, которая матери, у нее есть сестра. А у этой сестры есть дочь. Айви. Ну так вот эта дочь, которая Айви, она вышла утром замуж за меня. Понятно? Какая-то чушь, мистер Рэй. Так, еще раз. У вас есть жена, да? Mm-hmm. У жены есть брат. А у брата есть мать. А у матери тоже есть брат. И есть тоже мать. А у матери есть сестра. Которая внебрачная. Дочь внебрачная. Да, и тоже сын, который брат. Да, ее зовут Айви. И она сегодня утром вышла замуж за Джорджа. Ясно? Да. Мать, сестра, брат, сын. Джейн. Моя маленькая жена! Мама, одевайся быстрее, езжай домой. Я не уеду, пока не познакомлюсь с Айви. А Джордж, она уедет, пока не познакомится с Айви. Значит, это надолго кто-то... Кто там? Ваш официант. Входите. Вам, случайно, Айви Пикден не требуется? Знаете, подслушал. Требуется. Мария. Мария, заходи. Мария. Да. Айви. Айви, Мария. Извиняюсь, господа. А что здесь происходит? Мария, что вы здесь делаете и в каком виде? Идиоту, кретину, балду, чего вы поняли, а постель постелатель? Преску постелатель! А вы, мои дорогие господа, если через 5 минут не покинете мою гостиницу, то вас выведут отсюда в наручники. Сесибон, ну ты чего, Сесибон, ну ты того, Сесибон. Господа, мы пришли сказать вам, что у нас все хорошо. Да. Ой, сестра Фостер, а вы что-то сделали? Да. Мистер Пикто? Да, сестра Фостер. Я даже не знаю теперь, что после всего этого сказать вашей матушке. Скажите моей матушке, что после всего этого я, наконец, нашел женщину, на которой намерен жениться. Да интересно, и кто же это? Это вы, сестра Фостер.
Я... О, согласна. Да поцелуйте уже, я черт возьму! Я все вспомнил! Да, верно!